Проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья стали главной темой круглого стола «Социализация и развитие творческих способностей особенных детей», инициатором которого выступила Общественная палата Оренбургской области. На базе педагогического колледжа имени Калугина собрались представители органов власти, НКО, благотворительных организаций, все те, кто заинтересован в создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. По области созданы разные центры, вот, например, ресурсный центр, да, по обучению детей. Но ведь важно еще сделать так, чтобы этот ребенок мог выйти в мир и в этом мире быть подготовленным. Большое внимание на заседании уделили медицинскому аспекту. Состояние здоровья детей, несмотря на то, что много делается, не улучшается, а ухудшается. И вопрос, который посвящен сегодня круглый стол, свидетельствует о том, что увеличивается число детей со стойкими нарушениями функционального состояния. По итогам заседания круглого стола приняты рекомендации, направленные на активизацию межведомственной работы по социализации и творческому развитию детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержку их родителей.